Привет, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и я основатель Академии Счастья и проекта «Новой цивилизации». Вот, также вот я веду видеоблог на YouTube, и для своего канала я записываю ежедневные видео по улучшению качества жизни. То есть эти видео направлены на то, чтобы каждый человек мог становиться счастливым, здоровым, радостным. Я думаю, что эта тема сейчас, наверное, актуальна и интересна для каждого. Вот. Ну и, соответственно, простые способы для этого, они есть в нашей жизни здесь и сейчас. То есть вот это состояние потоковое для меня, оно стало естественным состоянием, да? То есть если ничего не выбивает из настоящего времени, то по сути и есть все части. То есть счастье, которое, ну, не направлено на прошлое или будущее, да? То есть нет желания что-то там создать или изменить. Это просто наблюдение того, что есть осознавание. Осознавание, да? По сути, у нас есть ну, человек так устроен, да, скажем так, в отличие от животных, что у нас есть два центра сознания, да, то есть один такой верхний центр, божественный, можно так сказать, а второй центр, он такой более телесный, животный. Вот и эти два центра взаимодействуют между собой. То есть есть некая концепция ума о том, что есть я, и о том, что есть отдельность от всего сущего. Ну, по сути, если посмотреть уже с точки зрения сознания божественной, да, то все едино, да, то есть нету разделенности. Вот. А второе я создает вот эту иллюзию отдельности, разделенности, в которую, по сути, мы играем, да, то есть что есть вот я, а есть вы. И такая игра происходит, сознание, да, то есть что как бы обыграть друг друга, да, то есть такое соперничество возникает и так далее. Вот. И по сути, ну, этого соперничества можно и не, как, не устраивать, да, то есть вот этот момент здесь и сейчас, это наблюдение того, что есть, он дает возможность человеку, ну, как, не погружаться в какие-то переживания прошлого или будущего, да, то есть не, что в этом просто нет, ну, как, не то, что даже не, необходимости, а оно естественным образом, находясь здесь и сейчас, человек радуется жизни, да, и, ну, и, собственно, не делает чего-то такого, чтобы, ну, мешало ему, да, уводило куда-то. Вот. И, конечно же, важно прислушиваться к себе, к своему телу, да, не каким-то, ну, скажем так, умственным, да, вещам, которые могут увести в другое направление, даже не к другим людям, а к самому, к себе, к собственному авторитету. Что об этом говорит дизайн человека, о том, что собственный авторитет, он превыше всего, да, то есть, что когда человек проживает жизнь свою правильно, корректно, ну, то есть, имеется в виду, вот именно прислушиваясь к внутреннему авторитету, то человек находит нужных людей, события нужные находят его, и как раз происходит вот это потоковое состояние, то есть, осознавание, да, то есть, даже говорится, что вы пассажир, откиньтесь на спинку стула и наслаждайтесь жизнью, да, то есть, она сама приведет вас к нужным людям, к нужным событиям, да, то есть это, конечно же, не значит, что нет необходимости, ну, что-то создавать хорошее, такая необходимость есть, то есть создавать хорошее, это как раз вот принцип тот, который дает возможность, ну, создавать проекты, создавать интересные модели, да, то есть это то, что может воплотиться в будущем, но это как возможность, да, то есть не стоит слишком жестко привязываться к этому или придавать этому огромную важность. Это может и не исполниться, или может исполниться как-то несколько иначе, то есть в другом виде, в другом роде, в виде другой несколько моделей, но в целом, когда я, вы вот создаем в наших, ну, скажем так, не, даже не переживаниях, это мечты, можно сказать, это создание новой реальности, то это воплощается, да, то есть потому что мы можем, я, вы можем влиять на нашу жизнь и как раз вот влиять таким образом, чтобы создавать вот эти модели. Поэтому можно прямо сейчас взять и создать модель будущего или модель настоящего, если так можно сказать, какую вы бы хотели, да, просто взять и сделать это. И удерживать ее какое-то время, да, то есть, ну, например, там просто 1 минуту для начала. Вот, и это время можно расширять каждый день, то есть, соответственно, будет возможность даже потренироваться. Это простое упражнение, которое, ну, по сути, можно легко делать любому человеку, там, независимо от уровня его там развития, осознанности, да, просто взять какую-то модель, которую хотелось бы, чтобы она
произошла, осуществилась. Это как постулат, да, то есть и удерживать его вот минуту, две, три, пять, вот, не придавая там какую-то огромную важность, просто легко, как бы, как возможность, как вариант осуществления событий, и потом наблюдать, что будет происходить в дальнейшем, то есть какие события будут осуществляться и что будет происходить, как, ну, будет ли это реализовываться в таком виде или в каком-то другом. И дальше наблюдать это, принимать это, осознавать, как это происходит и почему. Вот такое задание на сегодня. И будет интересно, делитесь отзывами в комментариях, пишите, ставьте лайк, конечно же, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже могли посмотреть о том, как можно улучшать жизнь и как можно улучшать состояние. Вот, на сегодня все, друзья. Всем хорошего дня и отличного настроения. Увидимся скоро.